8 минут в Тюмени проходит инфомарафон по проблемам воспитания ребенка с аутизмом. Так, тюменская организация родителей «Открой мне мир» отмечает Международный день распространения информации об этом уже нередком диагнозе. В формате игр и экскурсий по маршруту, который сегодня проходит каждая семья, имеющая ребенка с аутизмом, журналистов, родителей и специалистов знакомят с системой реабилитации, существующей в Тюменской области. Добавлю, так масштабно этот день отмечает в Тюмени впервые. 5 лет назад, когда мы только начинали, мы могли просто выйти на площадь и выпустить воздушные шары в небо с надеждой, что у нас что-то будет такое, как сейчас. И вот сейчас мы видим специалистов всех и образовательных учреждений, которые помогают детям, и медицинских учреждений. И уже есть система помощи. И самое главное, система непрерывной помощи, то, что мы всегда хотели. Сейчас уже все на более профессиональном уровне.